С вами Артем. Я нахожусь рядом с директором Иранского краеведческого музея. Она поделится с нами информацией о том, как проходят сборы по проекту. Итак, Галина Борисовна. Добрый день. Уважаемые жители города Иранска, Иранского района и друзья музея. Предприниматели, руководители организаций и учреждений. Иранский краеведческий музей продолжает сбор средств по проекту местных инициатив «Кладовая времени». Ремонтно-реставрационные работы выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Татыкина». На 10 марта этого года собрано 209 520 рублей. Сумма не маленькая, но 138 520 рублей – это поступление от простых граждан. Необходимо собрать 200 000 рублей. И 71 тысяча – это поступление от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из нужной 250 тысяч суммы. Мы искренне благодарим всех, кто нас поддержал, и надеемся, что необходимая сумма до 26 марта поступит на счета. Поддержите нас, пожалуйста. Спасибо всем, кто любит наш краеведческий музей и свою малую родину. Итак, друзья, я тоже хочу сказать большое спасибо за все мои походы по домам, за все мои сборы. Люди откликались очень позитивно, люди жертвовали деньги. Ребят, вы большие молодцы, но нужно закончить сборы, нужно завершить проект. Всем спасибо и участвуйте, пожалуйста.